Бельгия, оказывается, платила пособие 5 исполнителям терактов в Брюсселе и Париже. Общая сумма ее выплат, как оказалось, превышала 50 тысяч евро. Последние поступления на счета террористов пришли за 3 недели до терактов. И, в частности, главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдесалам получил от властей в общей сложности 21 тысячу евро. Хоть по закону он права на пособие вообще не имел. Абдеслам занимал должность менеджера бара в Брюсселе и даже был совладельцем заведения. Прямых свидетельств того, что террористы использовали средства для подготовки нападений, нет. И тем не менее, социальное пособие дали им средства к существованию, а значит, стали косвенной поддержкой в террористической деятельности. По оценке властей, на организацию терактов в Париже преступники потратили менее 30 тысяч евро, а на подготовку акций в Брюсселе у них ушло всего лишь 3 тысячи евро. В свете открывшихся фактов, ведомство по финансовой разведке Бельгии заговорило о необходимости реформы системы социального обеспечения. Посольство Китая в Париже просит своих туристов проявлять бдительность. И связано это с недавним нападением на китайских путешественников. Неизвестно, украли у них багаж, а некоторых даже избили. В результате пострадавших пришлось даже госпитализировать. Предупреждение будет действовать до конца года.